Вся правда шансона. Шансон ТВ. Здравствуйте, с вами Катя Катушкина и «Вся правда шансона». Вся правда шансона. Недавно на одном женском форуме я прочла высказывание, что настоящий мужчина – это такое же явление, как трезвый сантехник и честный депутат. Все о нем знают, но еще никто не видел. Каким должен быть настоящий мужчина? Мной. Сильным. Брутальным, дерзким, короче, таким конкретно мужественным. Мужиком во всем, во всех делах. Ловким. Добрым. Не знаю, заботливым. Защитником и кормильцем. Позитивный, постоянно должен радовать своих родных, близких, свою девушку. Девочки, настоящие мужчины есть. Один из них, кстати, 17 февраля отмечает день рождения. Это Денис Майданов. Певец, композитор, поэт, актер, музыкальный продюсер. Если однажды горячее солнце станет холодным, как утренний лед, если зима жарким летом вернется и на песок белый снег упадет. Родился он в саратовском городе Балаково. Писать стихи и играть на гитаре начал с ранних лет. Кроме музыки, Майданов еще очень увлекается спортом. Ему, кстати, пророчили карьеру футболиста. Но поступил он в Московский институт культуры и искусства на режиссерский факультет. После института Майданов сочинял музыку для эстрадных певцов. Николай Басков, Александр Маршал, Иосиф Кобзон – эти и другие именитые артисты поют песни Майданова. Ничего не жаль, ни минут, ни слез, до Денис, до звезд, до Денис, до звезд. Помимо написания песен для артистов эстрады, Майданов еще успевал писать саундтреки для фильмов, сериалов и заниматься продюсированием. В 2009 году Денис Майданов выпустил свой первый сольный альбом «Вечная любовь», который принес ему большой успех. Песни «48 часов», «Я возвращаюсь домой», «Время наркотик» стали бесспорными хитами радиоэфиров. 48 часов, 200 тысяч секунд, чтоб друг друга упасть и назад не вернуться. 48 часов, это то, что никто никогда ни за что не разделит на части. Потом были альбомы «Арендованный мир», «Пролетая над нами», а в 2015-м, плодотворном для артиста году, он выпустил сразу два альбома «Пол жизни в пути неизданное» и «Флаг моего государства». Для меня это действительно неизданное, потому что многие песни из этого альбома звучали так или иначе в различных телеэфирах, присутствовали в радиоэфире, но никогда не издавались официально. Поэтому я их упорядочил и выпустил в альбоме «Пол жизни в пути». А 6 ноября альбом «Флаг моего государства» — это тот альбом, который складывался исторически и... Время, скажем, патриотическое, и у меня патриотических песен тоже набралось достаточно для того, чтобы выпустить новый альбом. Несколько я дописал специально, потому что мне казалось, и я так думаю, что есть какие-то неохваченные в патриотике песни. В этом бою я в строю, я верю в правду свою и поднимаю свой флаг моего государства. Но Майданов не только поет и пишет песни, он еще и в кино снимается. Вы, наверное, видели Дениса в фильмах «Медвежий угол», «След» и «Братаны». Помимо того, что Майданов талантливый, он еще и честный человек с добрым сердцем. Слово коллеге и другу артиста Сергею Войтенко. Мы раньше играли инструментальную музыку, а Денис всегда пел и сочинял. Вот, то как бы наши пути творческие не пересекались. И ровно год назад, или полтора года назад, получается, я отправил ему песню, которую написал. Я даже на нее ставку не делал, потому что у меня было много песен других, которых, в принципе, не я писал, а писал другой автор. И вот среди тех песен была моя песня. Я как бы не очень понимал, что мое творчество как-то может когда-то кому-то понравиться. И Денис сказал, вот эта песня, она станет хитом. Мы с тобой одною крови, мы с тобой... Майданова насыщенная гастрольная жизнь. Много честно заслуженных наград и премий, любящая жена, сын и дочь. Что еще нужно человеку для счастья?
Денис, мы поздравляем вас с днем рождения и желаем, чтобы ваш самый главный капитал – творчество и любовь – только приумножался с годами. С днем рождения! Будем жить, старина, просто взгляды честны и ребрите сны. Спи спокойно, страна, пока есть мужики, пацаны, братаны. С вами была Катя Катушкина и «Вся правда шансона». Слушайте хорошую музыку. Поздравляйте любимых артистов «Шансон ТВ» с днем рождения. До скорого! «Вся правда шансона».